Я думаю, что «Единая Россия» – это хромая утка. Видимо, жить ей осталось недолго. И ей уже сделан спасательный плот в виде ОНФ. Фронт призван, с одной стороны, контролировать в своих рамках оппозицию, с другой стороны, удерживать региональные власти от разбегания по сторонам, чего, конечно, Кремль очень сильно боится. В условиях системного кризиса ситуация очень напряженная, и Путин прекрасно понимает, что делать ставку на партию, которая теряет позиции, авторитет, влияние, рейтинги, это гибельно для него. Происходит рокировка, и больше ничего. Это чистая политтехнология. А шансы у «Единой России», по-моему, очень слабые. Я думаю, что мы будем свидетелями первого серьезного поражения «Единой России». Но на фоне победы ОНФ.